Совершенно иной вид приобрели больше 50 тысяч квадратных метров главные дороги в поселке Прибрежный. Как говорят жители, за 55 лет с момента образования поселка дорогу эту ни разу не ремонтировали так масштабно. Эти съемки сделаны чуть меньше месяца назад. Как завернул и понял, что дороги нету. И вот они, разительные перемены. Прохожие и автомобилисты приятно удивлены. Несмотря на трудности чемпионата мира, каждый рубль идет по правильному направлению. Изыскали и сделали такую прекрасную дорогу. Мне до сих пор кажется, это невозможно, что у нас такие хорошие дороги становятся. Сейчас буду ехать и не буду объезжать какие-то ямы. Ремонтировали большими картами, сняли старый асфальт, уложили новый, высокого качества. Гарантия на объект 2 года. В составе данного асфальтобетона применяются щебень высокой марки, который более износостойкий. Далее данный материал, который применяется в данном асфальте, проходит лабораторный контроль жесткий, как с нашей стороны, так и со стороны службы заказчика. Дорога эта соединит поселок с трассой М5. С работой подрядчики справились быстро, трудились круглосуточно и без выходных. Всего же в этом году в Самаре большими картами отремонтируют около 960 тысяч квадратных метров дорог. Из городского и областного бюджетов на эти работы выделили больше 270 миллионов рублей. Кроме того, ожидается, что еще 400 миллионов рублей придут из федеральной казны. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.